Легендарный советский диктор Игорь Кириллов умер от коронавируса. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказала народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова. По ее словам, с 10 сентября Кириллов лежал в городской клинической больнице имени Боткина, где ему ампутировали ногу. Однако позже он скончался там от коронавируса. Она рассказала, что пыталась звонить ему накануне, но телефон был недоступен. Позже с ней связались и сообщили о трагедии. Президент России Владимир Путин назвал Кириллова признанным патриархом отечественного телевидения. Соболезнования со смертью диктора также выразили в Союзе журналистов России, назвав его самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать, добавили в организации.